Да, моя любимая. Какая замечательная погода, правда? Друзья, правда хорошая погода? Да, погода замечательная. Самое то сходить в поход. Да, где наши детишки? Алло, вы где? Ау, дети, вы где? Карамелька, компот, кошек, вы где? Шашлыки, кушать все весело, да костер развести и все дела. Вы пока погуляйте, а мы с папой все это сделаем. Хорошо, мама. Давайте, давайте что-нибудь придумаем. И смотрите, ничего не ешьте. Тут много-много плохих грибов. Все. Давайте что-нибудь попробуем. Я вообще-то голодный. Не плачь, компот. Мы сейчас покушаем что-нибудь. Вот, смотрите, красивые грибочки. А папа же сказал, кушать ничего нельзя. Да папа просто сказал, чтобы мы сначала руки помыли. Пойдемте руки помоем, поедим. Ну пойдемте быстрее, я уже голодный. Ну пошли, пошли. Ой, все, руки мы помыли. Пойдем покушаем. Я хочу первый. Ну пробуй ты, а мы посмотрим, потому что мы не такие голодные. Ага. Ты большой или маленький, большой или маленький? Да я большой, значит я большой всем. Как? Вкусно, но горько. А горько всегда полезно. Так мама говорила, когда доктор нам давал плохие пилюли. Я наелся. Ой, что такое? Ой, ой. Что с тобой происходит? Что за шум? Не знаю, в животике. Ой, 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 что-то мне плохо, мама. Чего, дорогой? Иди сюда. Ой-ой-ой, это плохо. Мама, мама, скорее. Чего случилось? Мама, компот съел гриб, ему плохо стало. Какой гриб? Ну, он тот с точками. Ты что? Это же мухомол, его нельзя было есть. Папа, ты где? Я здесь, дровишки несу. Бросай дровишки, бегом сюда. Бросил, что случилось? Что случилось? Компот, что с тобой? Мне плохо, папа. Что произошло? Он съел мухомор. Да ладно. Ты зачем? Я же сказал, ничего не есть. Папа, папа, мы думали, ты сказал нам, чтобы сначала руки помыть, а потом можно было бы есть. Я говорил, что здесь плохие грибы. Вы что, дети? Быстро все в машину, быстро к врачу. Да, быстренько все к врачу. Да, мама. Да, иди ко мне, мой сладкий, иди ко мне. Мама, мне плохо. Пойдемте к врачу, быстрее. Быстренько, быстренько на кровать, быстренько. Ой, мама, мне плохо. Ложись, сыночек, ложись, ложись. Отдыхай. Кушать это грибы. Ой, сами сказали, кушай. Ну, мы думали, они полезны. Да, а сейчас врач приедет уже, мама звонила. Хорошо, поскорее, мне плохо. Ну, сейчас придем. Пойдемте, пойдемте. Так, 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 где больной? А вот он, вот он. Мамочка, мне плохо. Так, я доктор. Что у вас случилось? Он съел мухомор. Мухомор? А зачем ему давали мухомор? Нас не было рядом, к сожалению, а он был голодный и все в рот таскал. Зачем ты ел мухомор? Его же нельзя кушать. Ты, дорогой, зачем? Я не хотел, я просто проголодался. Ой, давай посмотрим тебя. Перевернитесь. Так. Сейчас мы тебе поставим уколчик, все будет хорошо. Я не хочу уколчиков, я боюсь. Не бойся, сынок, все будет хорошо. Ну, мамочка. Не плачь. Я тебе дам таблеточку, успокоительную. Ты съешь ее, и все будет хорошо. Да, я хочу таблеточку. Сейчас принесу. На, кушай. Ну как? Полегчало? Не совсем. У тебя твоя кольца поставим. Ну, надеюсь, это поможет. Поможет. Сейчас схожу за кольца. Сначала мы папочку помажем. Вот так вот. Ой, как щекотно. Ничего страшного. Посидим. Так, а теперь укольчик поставим.
Ну вот и все. Сейчас постельный режим, и все у тебя пройдет. Согласен? Можно я перевернусь на спину? Можно, конечно. Я надеюсь, мне полегчает. Полегчает обязательно. Ему точно станет лучше. Да-да-да, обещаю. Пойдемте, я вас провожу. Спасибо. Ой, уже мне плохо. Эх ты, больной. Ну ничего, врач сказал, что тебе обязательно полегчает. Да, ты только не переживай, мы будем рядышком с тобой. И тебе полегчает обязательно. Ага, а потом пойдем в лес и опять нарежем грибов. Так, все, я проводила врача. Он сказал, где-то у тебя через 15-30 минут станет лучше. Хорошо бы, а то я уже не уносим терпеть. Мне кажется, уже немножко лучше становится. Да-да-да-да-да, мне становится уже лучше. Я прям чувствую, как мне легчает. Вообще прям быстро помогает. О, слушай, у тебя пропадают пятна на лице. Да, ты становишься похожа на компота, а не на гриба. Да-да-да, мне легче становится. Мне кажется, или я совсем здоров. Воу-воу, я себя прекрасно чувствую. Воу-воу. Друзья, я понял одно, что не надо есть плохих вещей в лесу, ни грибов, ни пакетов, ничего в рот таскать не надо, иначе будет плохо. Мама, я все понял, я больше не буду вас не слушаться, я буду вас слушаться. Это хорошо. Ну что, прощаюсь со всеми и пойдемте в лес. Ура, друзья, пока-пока, мы в лес, мы в лес. Карамелька! Ой, не спрашивайте меня, мне тоже скучно. Смотрю в потолок и все. Давайте что-нибудь придумаем. Давайте что-нибудь подождем. Нет, нельзя поджигать. Нас потом ругать будут. Ну да, да, нас будут ругать. Да, нас будут ругать. Так, давайте вместе придумаем. Каждый по одной идее. Я думаю, давай что-нибудь поедим. Нет, я не хочу есть. И я не хочу есть. А что ты хочешь, Камилька? Я хочу мороженого. Ну так это же еда? Нет, это сладости. Карамелька, хватит лежать. Давай придумай что-нибудь с нами. Ну хорошо. Итак, ребят, давайте, чтобы это было что-то интересное, веселое и съедобное. Чтобы посмеяться можно было и желудок подкрепить. Я согласен. А что можно придумать такое интересное? А давайте разыграем папу на работе. Хорошая идея. Мы пойдем к нему, как раз покушаем мороженого и напугаем. А как мы его будем пугать? Папа у нас боится привидений. Давайте наденемся привидениями и его напугаем. Хорошая идея. Точно, можно так сделать. И потом он нас за нашу сообразительность накормит мороженым. Он же работает на фабрике мороженого. Да-да-да. Ну что, вперед. Мороженое делать так сложно. Я вообще уже устал. Как же скучно на работе. Вот бы кто-нибудь меня развеселил. Эти стаканчики такие тяжелые. Все, подавай мороженое. Сяду, посижу, отдохну. Как-то мои детишки поживают вообще, не знаю ведь. Нам-нам-нам. Это что такое? Это что такое? Это что такое? Ой-о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 й-
кормила своих детишек. Я накормлю, накормлю, накормлю. Обязательно. Все, отпускайте меня. Он согласен. Ой, ой, как здорово на тросах висит. Кто? Это я. Кто ты? Кто такой? А? Ты не привидение? Нет же, пап, ну ты чего? Это же я. Кто ты? Это я, Компот. Как ты не испугался? Ничего я не испугался. И тема закрыта вообще. Да. Да-да-да. А кто-то нам обещал мороженое. За такие шуточки вообще-то я вообще вам могу ничего не дать. Ну, раз обещал. Хорошо. Я вам дам мороженое. Хорошо? Да-да-да. Сейчас принесу. На-на-на-на-на. Ой, как было страшно это на самом деле. На самом деле я очень испугался. Друзья, никогда так не пугайте своих родителей. Мы же вас любим, а вы так издеваетесь над нами. Хорошо? Вы уж никогда не делайте так. Ладно, пойду дядя мороженым. На-н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 а
здорово съел! Ой, ну и шалунишки вообще! Вообще, зачем они так сделали со мной, я не знаю. Жене бы все рассказать. Дорогой! Любимая, привет! Привет! Итак, где мои детишки? Наш! Они мороженое едят! А зачем ты им дал? Я пообещал! Кому пообещал? Привидению! Привидению! Чего? Привидений не бывает! Бывает! Я сам видел! Ну ладно, дал так дал. Но привидений не бывает, запомни это. Я знаю. Ты, наверное, испугался? Да с чего ты взяла? Я ничего не испугался вообще. Вообще никого не боюсь. Ты же всех боишься. Не боюсь я ничего. Вообще, мне работать надо. Ты что меня пугаешь вообще? А ты говоришь, не боишься? Я не испугался, я просто резко повернулся, так и все. Ну ладно, ладно. Ну давай, домой. Давай, заканчивай работать и домой. Хорошо. Ой, как же они меня сегодня все напугали. Ладно. Отдохну маленько и домой пойду. Все, пока, детишки. Всем привет, друзья! Привет! Я Папа Кот! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Всем привет, ребята! Я Мама Котчка! Та-дам-та-дам! Компот, иди сюда! Иду, мамочка, иду! Эй, привет, друзья! Я Компот! Коржик, иди сюда к нам! Бегу-бегу! Из меня вообще не пляк! Всем привет, я! Коржик, как оно? Как настроение, друзья? Ха-ха, у меня все прекрасно! Привет, семья! Привет! Такое с ним даже не поиграешь. И когда его кормить надо, его это...
надо. И вообще, я не знаю, я не хочу эту жирафа. И я не хочу жирафа. А кого вы хотите, дети? Ну, я, давайте мы заведем с вами льва. Давайте заведем с вами льва. Какой он классный. Какой страшный. Меня все будут уважать в моем дворе, да. Я буду с ним ходить, гулять, кормить, и за хвост дергать, и за уши дергать, и за гриву расчесывать, и все буду с ним делать. Давайте вам. Нет, льва мы не будем заводить. Да-да-да, льва мы не будем заводить. Лев это очень хищное, опасное животное. С ним играть нельзя. Ой-ой-ой, нет, мы не будем заводить его. А кого мы тогда заведем? А давайте мы заведем медведя. Давайте заведем медведя. Вот это да. Какой медведище. Ой, да, на нем можно кататься. Ой, нет. Не садись на меня, я могу покусать. Ой, да, мистер медведь, извините, пожалуйста, проходите. Будьте так любезны, проходите, да. Много-много всего поливать, чтобы он мог катать, чтобы он мог вешать белье на веревке. И чтобы он мог чтобы он был большим, чтобы было не страшно его брать с собой везде, да. Чтобы он не потерялся, и чтобы его было видно везде, да, детишки? Да, я не против. Это должно быть большое животное. С большими-большими ушами, чтобы слышать команды. Ура, мы на отдыхе! Ура! Миу-миу-миу-миу! Класс!
кошек. О, какой красивый гриб. Он, наверное, вкусный. Дети, он вкусный, как вы думаете? Не знаю. Так, кошек где? Кошек, ты где там? Идешь, нет? Нет, я с мамой буду. Хорошо. От мамы далеко не уходите. Хорошо? В лесу можно легко потеряться. Хорошо, пап. Да-да-да-да. Так-так. Прежде чем... Так-так-так. Прежде чем я его попробую... Чуть-чуть попробую. Чтоб понять, пропавший он или плохой, или гнилой, или вообще что-нибудь. Может быть, вообще я проголодался. Ха-ха-ха. Ладно, попробуем. Что-то мне поплохело. Что-то мне плохо стало. Детишки, что-то у меня животик болит, и все чешется, все лицо чешется. Ай, что же делать? Значит, он был плохой гриб. Мама, мам! Че он там кричит? Мама! Мама! Что случилось, дорогой? У меня все лицо чешется. Я съел какой-то гриб непонятный, и он зачесался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Наверное, не красный с белыми точками? Он самый, да, и такой он был. Мама, что мне делать теперь? Дорогой, успокойся. Ой, я взяла таблетки. Сейчас посмотрю. Сейчас мы возьмем и поставим тебе укол. И все будет хорошо. Правда, будет хорошо? Да, все будет хорошо. Сейчас я положу еще мальчики. Так, помейка. Давай поищем. Давай, мама. Так. Ага, все, давай, готовь. Поворачивайся. А это больно? Укол не больно. А в лесу их много. О, мне что-то легче становится. О, что-то мне легче становится. О, и правда все хорошо. О, дети, у меня все прошло. Не забывайте в лес брать с собой лекарства, потому что мало ли они вам пригодятся. От комариков, от клещей, от укусов, от всего. Да, мам? Да, дети, не забывайте. В походе надо слушаться родителей. И в первую очередь от них далеко не уходить. В лесу очень-очень легко потеряться. Вот. Так, карамелька, компот. Где кошек? Я есть! А, ой, извините, это же компот потерялся. Итак, ну что, продолжим наше веселье? Да, ура, мы на отдыхе, все хорошо! Пойду за грибами. Нет, стой, дорогой! Что такое? Ты больше за грибами не пойдешь. Почему? Ты не знаешь, какие плохие, какие вредные, какие полезные. Я попробую. Нет, больше пробовать ты не будешь. Хорошо, а чем я займусь? Пожарь лучше яйца. Яичницу делать? Я умею, сейчас пожарю, хорошо. Давай. Иди. Я пойду яйца найду. Давай, иди. Ой, как кушать хочется, да, дети? Да, мамочка. Да, хочется. А сейчас папа скоро принесет нам яичницу. Давай все покушать, да? Да. Я иду. Ну, кто яичницу хотел? Вот так вот на стол. Ну что, приступим к трапезе? И трикота, трикота. Ну что, детишки, здорово мы здесь отдохнули? Да, здорово, я еще хочу. Ну, в следующий раз мы приедем сюда еще раз. Так классно здесь было, да? Да, всем понравилось. Ну, хорошо, всем пока. Спасибо, что смотрели на нашу семью и как мы отдыхаем. Это прекрасный лес. Так, компот, не падай. Хорошо, пап, что-то у меня ноги не держат, я устал. А то ты как всегда устаешь. Тут такое развлечение, бег, ну, свежий воздух. Все выматывай, да? На. Да-да, все выматывает, согласна. Ладно, пойдем собирать вещи и поехали домой. Всем пока! Кому понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал. Будет много интересного с нашей семьей. Всем пока! Пока! Ой, чуть не забыл, детишки. Наш канал называется Baby D. Повторите. Baby D. Это просто и смешно. О, привет, дорогой. Привет, моя любимая жена. У нас скоро годовщина. Давай что-нибудь подарим друг другу. Ну давай. А ты что мне хочешь подарить? Не скажу, ведь это будет сюрприз. А хорошо. А как ты думаешь, что нам дети подарят? Я не знаю. Карамелька. У мамы с папой скоро годовщина. Что мы подарим им? Да, что мы им подарим? Мы же ничего не купили, ничего. А у нас и денег-то и нету. Так, не переживайте. Мы что-нибудь придумаем. Мы же всегда знаем, что нужно нашим родителям. Машина? Какая классная машинка! Да, это вообще класс! Давайте подарим машинку! Так, нет, машинка у них уже есть. Давай что-нибудь другое. А что, например? Ты же у нас сама умная, давай решай. Давайте подарим чемодан для путешествий. Для путешествий? А зачем?
осень. Итак, дорогой, ну что, сейчас вам ведь подарки, да? Как ты, ну что? Я думаю, машинку. Ну нет, я бы хотела чемоданы. Нам до путешествий надо, мы же собираемся куда-то лететь в отпуск. Ну да, было бы неплохо, но и машинка тоже бы не помешала. Ну ладно, посмотрим, что они подарят нам. Итак, мои дорогие друзья, сегодня мы с моей дорогой женой гуляли по пляжу и нашли бутылку. Вот эту самую бутылку нашли. И знаете, что там? Давай ты. Нет, давай ты, дорогой. Какая разница, кто скажет? Ну ладно, давайте я. Ребят, и мы там нашли карту сокровищ. Да, вот они, замечательные сокровища. Итак, сейчас я расскажу своим детям, и они так обрадуются, и мы пойдем их искать. Итак, дорогая, вы зайдите. Хорошо, милый. Сейчас они вообще обрадуются. Ух, тимони. Ну где же они? Ну что они куда убежали? Непонятно, а? Ну где же они? Папа, 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 папа! Ты что-то хотел спросить? Так, а где компот? Где карамелька? Они играют во дворе! Что ты хотел, пап? Так, быстренько всех зайди сюда. Я нашел карту сокровищ. Да не может этого быть! Да-да, представляешь? Нашел! На берегу! Бутылки! Я бегом за ними, бегом, я приведу! Давай быстрее! Итак, все в сборе, да? Да, мамочка, рассказывай нам, что! Значит так, мы с мамочкой ходили по берегу реки и нашли бутылку. Вот эту. О, здорово как! Итак вот, мы в ней нашли карту сокровищ, сейчас я вам покажу. Очень вкусный и полезный. И вообще, и не полезный, и полезный. Давайте лучше там будет что-нибудь такое красивое. Давайте там будет красивые камушки. Или же пускай там будут красивые бантики. Ну ладно, отправляемся в путешествие. А что там будет? Ну, это будет... сюрприз. Ну все, вперед, детишки. Пойдемте. Пойдем, папочка. И тут в карте сказано. Сейчас посмотрим, что тут сказано, куда идти нам. Сейчас я размотаю, Вот так вот. И тут смотрим, что, куда нам идти. Нам надо пройти через лес, через дома, через водопад и пойдем на место. Ну что, ребятки, вы готовы? Да, папочка, мы готовы. Итак, вперед, мои дорогие котятки. Дорогая, ты с нами? Нет, я пойду наверх, приготовлю вам кубы и дорогу. Я не пойду по лесам, по дворам, по всем таким. Не люблю я это дело, я лучше возле плиты постою. Я не буду лишний раз вам мешать и побузой вам не буду. Я пойду, отказалась, ну и ладно. Так, книжки, вы готовы, мои котятки? Да, бабочка, мы готовы, миу, 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 миу. Вперед, на поиски приключений, ю-ху! Ой, бабочка, так страшно так. Детишки, шагайте за мной аккуратненько. Ничего страшного нет. Здесь не такая большая высота, как вы думаете.
Небольшая высота. Вы только не бойтесь, котятки. Мы все равно сможем отыскать клад. Шагайте аккуратненько за мной. Аккуратненько. Я возьму с собой
ножку. И вот, дорогая, вот наш сокровище. Ракушку кожу компот принес, да. Вот. Ну расскажите, что там было? Кого вы видели? А мы видели, да нет. В принципе, никого мы не видели, да. Ну ты смешная, что упал. Видели, конечно, мама, мы видели дракона. Что вы видели? Дорогой, ты ничего мне не хочешь сказать? Нет, дорогая, они шутят. А еще, мам, мы ходили по отвесной скале. Дорогой, я что-то не знаю. Все, вроде я тебе рассказывал. А еще я прыгал с большого зеленого шара, не пойму, откуда он взялся. В воду, мам, я не разбился с большой высоты. Здесь не такая большая высота, как вы думаете.
небольшая высота. Вы только не бойтесь, котятки, мы все равно сможем отыскать клад. Шагайте аккуратненько за мной, аккуратненько. Я возьму с
бы ракушку. И, вот, дорогая, вот то, что кроешь ракушку, кожу, как он принес, да? Вот. Ну, расскажите, что там было? Кого вы видели? А мы видели, да нет. В принципе, никого мы не видели, да? Ну, ты смешная, что упал. Видели, конечно, мама, видели дракона. Что вы видели? Дорогой, ты ничего мне не хочешь сказать? Нет, дорогая, они шутят. А еще, мам, мы ходили по крестной скале. Дорогой, я что-то не знаю. Все вроде я тебе рассказывала. А еще я прыгал с большого зеленого шара, не пойму, откуда он взялся, в воду, мам, я не разбился с большой высоты. Thank you.
получилось у нас. Надо попробовать. Что такое? Ты с
смотри, какой я дракон сделал! Где? Где дракон? А? Где? Да он огромный, ты вверх посмотри! Вот это да, дорогой! Какой он огромный! Да он на всю нашу квартиру! Да, я старался! Как ты думаешь, нашим детишкам понравится? А давай проверим, давай позовем! Давай! Дети, идите сюда! Коржик, карамелька, компот, идите сюда! У нас для вас подарок! Да-да-да, папа кое-что приготовил! Вот будет здорово! Ну что, детишки, мы пришли? Да, пап, ты что-то для нас приготовил, какой-то подарок нам кричал? Да, я для вас кое-что приготовила! Это будет интересно! Какая же у них будет реакция? Вот это да! Вот это! Это же дракон! А он настоящий, папа, он настоящий! Нет, детишки, это из шариков! Вот это да! А можно мы на нем прокатимся, папочка? Папочка, можно? Конечно, можно! Заладите! Мама, иди тоже на дракончик покатайся! И давай, Мими! А давайте на него вместе залезем и сделаем совместное фото семейное! Конечно, давайте! Я согласен! И мы согласны! Здорово мы сидим, да? Вот это дракон, еще полетал. А давайте его взорвем. Взорвем? Да, взорвем. Давайте попросим. Кошика, кошик, ты готов? Я всегда готов, я люблю взрывать. Давай, а мы будем сидеть, а ты будешь жевать. Хе-хе, здорово, я пошел с иголкой. Эхе-хе, я рыцарь, тика-тика-тика, уху. Ну что, дракон, готов сразиться со мной? Давай, кошик, только смотри, аккуратнее. Да, сынок, аккуратнее. Хорошо, мама. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Мэмми Ди и не пропускайте новые!